В Чувашии вынесли приговор бывшему руководителю государственной службы занятости населения. Его осудили за взяточничество. Следствие установило, что в августе и декабре прошлого года Сергей Викторов пообещал двум фирмам из Чебоксар и Москвы помочь в заключении госконтрактов на поставку программного обеспечения. В том числе дать возможность подготовить выгодные для них коммерческие предложения и направить их для участия в аукционах. Естественно, за денежное вознаграждение. Эти факты преступления раскрыли сотрудники Управления ФСБ России по Чувашии. Общая сумма взяток составила 244 тысячи рублей. В результате этого содействия с этими фирмами было заключено 70 государственных контрактов на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей. В ходе следствия Викторов свою вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд счел возможным назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. То есть ему было назначено 2,5 года лишения свободы условно, со постарательным сроком 2,5 года, со штрафом 600 тысяч рублей и с лишением права замещать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, на 2,5 года.